Здравствуйте, друзья. Вы видите Анну, которая идет под кодовым таким тегом из Гугла. Значит, наша Анна. И в руках у нее устройство, которое мне вчера подарили. Приехал молодой человек. Когда-то он нам подарил бутылку шикарного французского коньяка. Вот мы на даче распивали. Вот. А сейчас он подарил мне вот эту штучку. И, ну, мы да, настроим. Вот я просто показываю, как прибор выглядит. У меня даже коробка есть, могу коробку показать. В общем, стабилизатор такой. И я хочу сказать, что у меня был однажды стабилизатор. Я купил какой-то долларов, наверное, за 130. Но что-то он никак не настраивался, что-то не то делал, не крутился, вот когда нужно было крутиться, в общем, плохо себя вел. И так я не приноровился с ним работать. Подарил его блогеру Хвостовичу. И не знаю, пользовался ли когда-нибудь им Хвостович. Вот, во всяком случае, он взять-то взял, а пользовался или не знаю. И когда-то я эту штуку приобретал, давай я буду так потихонечку показывать, для того, чтобы во время встреч в аэропорту, когда с человеком идешь рядом, там он с багажом, а ты с камерой. Вот. И так, чтобы, значит, не тряслось. Но у меня там что получалось? Анечка, вот попробуй, попробуй повернуться вокруг собственной оси, покрутись. Да. Там у меня получалось, что камера не крутилась вместе со мной. Вот здесь она хорошо крутится. То есть вот Анна идет вправо, и камера идет вправо. А там у меня получалось, что я иду вправо, а камера остается в том направлении. Вот так? Вот, типа вот так, да. И, значит, вот да, вот типа вот такого. И я на этой почве сильно страдал и понял, что не могу пользоваться. В общем, друзья, не знаю, насколько мне это все задастся, да, но вот хотел вам показать. А мне часто говорят, какая у вас камера? Да разные у нас, господи, разные камеры. Был бы фан. Вот тут еще гирьки, видите, вот это гирьки. Их можно, тут можно, ну, добавить у меня нету, а убрать точно можно. В общем, вот такое. Анна, как вам девайс? Она кренится вправо, надо тут перевешивать. Ну, это отдельно, это как раз легко. Право-лево легко, потому что это все решается вот в этом, ну, потому что у вас скошено. Она скошена и не затянута. Уже рука болит, лучше бы одну камеру держать. Да, при том, что камера тяжелая, на самом деле, тоже. В общем, такие дела, друзья. Анечка, сделайте нам ручкой, и мы пойдем дальше. А вот, друзья, другая наша помощница. Ну, так, скажите, я не такая, скажите. Ну, это наша. Она держит коробочку от этого вот устройства. D-Dibo Steady Wid EX Video Stabilizer Instructions, друзья, Instructions. В общем, короче, вещь, она еще и с инструкциями, хотя такое ощущение, что это не совсем. А, нет, вот это такая, как у нас. Вот это такая, как у нас. Так что вот. Ну, давайте, может быть, тоже попрощаемся. Нет, танцевать не надо. Так, скажите так, пока. До свидания.